Всем привет, ребята, и у меня есть для вас две новости. Хорошая и плохая. Во-первых, то, что мне сняли страйк, а во-вторых, то, что... ничего не произошло, стримы до сих пор не разблокировали. Да господи, что же это происходит? Господи. Господи, да из-за чего? Что мне сейчас мешает стримить? Просто страйка вот никаких нет, ничего нету, я даже... Вот в классическую студию я не могу перейти, к сожалению, вот. Вот. Я не знаю, где посмотреть, сколько у тебя там нарушений. Может быть, в аналитике. Другой диапазон, да, просмотров, взаимодействия, конечно же, нет. Вот. Никаких страйков нет. Ничего вообще такого этой фигни нету, но стримы. Я не могу стримить, и я не знаю почему. Функция прямых трансляций временно недоступна. Ребят, может, вы мне подскажете, что мне надо делать? В техподдержку написать вы скажете? Так я уже писала, а мне ответ ни хрена не пришел. Вот. Мне тут только вот это приходило. Ответа не было от техподдержки. Потому что, знаете, сколько надо иметь, чтобы обратиться в техподдержку? Вот сейчас. Обращение. Вот сейчас я открою одно видео. Для кое-чего. Так, ну давай, загружайся. Обращение. Ну давай, грузись. Снова начало лагать. Да. Ну, короче, там надо около 72 часов. 72 тысяч часов просмотра. Чтобы техподдержка тебе ответила. Писец.